22 апреля в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке прошла процедура подписания Парижского соглашения, согласованного в конце декабря делегациями 170 стран на Парижской конференции по климату. В пятницу в прошедшую премьер-министр Медведев и вице-премьер Хлопонин, который подписывал от России это соглашение в Нью-Йорке, встретились и обсудили перспективы его реализации. Что всплыло в ходе этого разговора? Прежде всего необходимо отметить, что опять не шло никакой речи о том, чтобы считать поглотительный ресурс российских территорий. Весь климатический процесс построен на том, что считаются только выбросы парниковых газов и не учитывается поглотительный ресурс территорий. От всех стран, требуют выбросы сокращать, в том числе и от России. Но при этом забывают, что у России экологический донор планеты, и таких стран очень мало. Кроме России еще 4-5 государств, которые имеют положительный баланс поглощения перед выбросами. Поглощает природная среда, тайга, болото, водные поверхности, тундра – все это имеет поглотительный ресурс. По оценкам специалистов, которые занимаются в этой сфере, поглотительный ресурс наш превышает в 4-5 раз выбросы. Министр природных ресурсов Донской, поддержанный и премьером Медведевым, и вице-премьером Хлопойным утверждает, что наш поглотительный ресурс в 15 раз меньше, всего лишь на все 860 миллионов, а не 11,2 миллиарда тонн эквивалента углекислоты, о чем говорят специалисты. Это очень показательная ситуация в том плане, что когда ведется профессиональный разговор, не может быть разницы на порядки и тем более на несколько порядков. Обычно различаются на проценты различные точки зрения. Но в данном случае вот это обусловлено тем, что российский поглотительный ресурс сознательно шельмуется и затушевывается для того, чтобы российские экологические ресурсы служили интересам других стран, чтобы ими бесплатно пользовались другие страны, и чтобы Россия никоим образом не получала за это никакой компенсации. И на этом фоне, несмотря на это, от России требует обязательно сокращать выбросы. Советник президента Бедрицкий доказывает, что Парижское соглашение не является обязательным. На самом деле там предусмотрен строгий отчет, Каждые пять лет страны должны по своим национальным вкладам отчитываться и брать новые обязательства по увеличению сокращения выбросов. Для российской промышленности это удавка. Это удавка для угольной промышленности, это удавка для металлургии, это удавка для энергетики. Вот те идеи безуглеродной или безугольной зоны в Восточной Сибири, которые пропагандировал вице-премьер Трутнев, они по сути предназначены для того, чтобы согнать людей из земли. И предназначить эту землю под будущую колонизацию. Фактически, это новый генеральный план ОСТ, который России пытаются навязать теперь уже не силой а оружия, а через международные кабальные соглашения. Поэтому... Все разговоры о том, что ратифицировать Парижское соглашение надо от Лукавого. Нужна очень серьезная дискуссия с участием общественных сил, с участием профессионалов, с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. И это ни в коем случае не должно делаться одномоментно. Нужно взвесить все за и против, и на выходе мы увидим, что против ратификации Парижского соглашения аргументов гораздо больше, чем за эту ратификацию под угрозой национальные интересы страны.